Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, здравствуйте. За последний год мы с друзьями, Антон, Эдик, Вадим, Алексей. Алексей снимает, сними себя тоже. За последний год мы с друзьями изменили сильно свою жизнь, личную, как в семье, так и на работе. Создали отношения замечательные, приятные, вот с женами, с детьми, с родителями, с братьями, с сестрами. На работе повысили свои результаты, повысили доход где-то. Вот. И это все нам в этом помог лекция Олега Геннадьевича Турсунова. Мы создали практический курс, благодаря которому вот этого всего достигли. Хотим поделиться, на самом деле, что мы придумали. У Олега Геннадьевича есть цикл лекций «26 качеств святой личности», «Развитие святой личности». Мы на основании этой лекции как раз и создали практический курс. То есть он длится 26 месяцев. Как вы уже поняли, каждый месяц – это развитие одного качества. Что мы делаем? В начале месяца… Энергетика сильная. В начале месяца каждого мы прослушиваем все лекцию, каждый прослушивает лекцию соответствующую. Ну, допустим, в ноябре мы работали «Бесстрашие», потом вторая лекция – это «Чистота сознания», потом «Развитие духовного знания». Сейчас работаем на тему благотворительности. Вот мы прослушиваем лекцию, выписываем основные моменты и составляем режим на 21 день. Этот режим обязательно в себя включает что? Список дел, которые мы планируем выполнить за 21 день. Дела простые, те, которые нам нужны для роста. Допустим, сделать что-то по дому там, и так далее. Потом список задач. 5-15 задач, которые мы планируем выполнять каждый день. Дальше на 21 день в этот режим мы включаем ежедневные встречи в 5 утра. Обязательно в 5 утра. Мы встречаемся, отчитываемся о выполнении задач и окунаемся. Вот у нас уже дежурная, если можно так говорить, дежурная купель, в которой мы окунаемся, утром читаем утренние молитвы еще. И обязательно этот режим предполагает то, что мы ложимся спать до 10 вечера. Вот, уже на самом деле и жены, и все близкие сначала бунтовали немножко, но теперь включились в этот режим, наоборот, даже довольны. И вот как выглядит отчет сейчас, ну, чтобы было понятно, как вот мы встречаемся в 5 утра. Что мы делаем? Сейчас будет очень коротко. Ну, а так мы обсуждаем, поддерживаем друг друга, естественно. Вот, допустим, встретились сейчас, представьте, да, 5 утра, я рассказываю, что я брал задачи, выполнил. Желал всем счастья вчера, от 5 минут. Чтение святых книг выполнил, более 2 страниц прочитал. Ну, вот так вот выглядит примерно отчет. То есть каждое, соответственно, мы заполняем чтение. А 100 упражнений физических упражнений сделал. Подтягивание, пресс, отжимания. Позвонил родным, звонил маме вчера. Общались с мамой долго. 30 минут гулял с семьей, с женой мы вчера гуляли. После 7 вечера не ел. Массаж ног жене сделали вчера. Сделал. Утренние, вечерние молитвы прочитал. Значит, это вот как каждый день, так и вчера сделался, выполнил. Соответственно, дела. Какие дела мы сделали? Позавчера я брал задачу помыть полы и установить дома турник. Сделал, выполнил. Вчера брал покормить нуждающего. Это как раз по лекции уже благотворительность. Покормил нуждающегося и устроил романтический. А на сегодня беру задачу устроить романтический вечер с семьей, со свечами, со всеми делами. То есть, как вы поняли, что и задачи, и аскезы направлены не только на нас, но и на наших близких. На наших родственников. Наших родных. Да, открыли мы для себя духовный мир благодаря лекциям. Вот, начали молиться и так далее. Никогда доселе такого понимания не было по поводу духовного знания, духовного мира.
Спасибо большое. Очень рада, что пришла в голову именно вот эта идея, что нужно делать все практически, конечно. Одно дело слушать, а другое дело прям практиковать очень многие вещи. И вот эти утренние наши собрания, они длятся где-то полчаса, час. Мы обсуждаем конкретно то, что у нас... Поддерживаем друг друга. Да, поддерживали. Так что огромное спасибо. Искренне хотели поклон. Поделиться. Поклон. У нас... Вот. Желаем всем счастья, да? Спасибо. Да, желаем всем счастья. Все это ждем у себя в гости в городе Чебоксары. До свидания. До свидания. Паузу поставим. Все.